В Махачкале уже третий год функционирует центр создания семьи. Благодаря их деятельности совместную жизнь начали 40 супружеских пар. С намерением найти вторую половинку обращаются не только жители Дагестана, но и других регионов России. Обрести покой и счастье в семейной жизни хотят многие, но получается не всегда и не у всех. И подобные центры призваны им в этом помочь. Более подробно об этом расскажет Хамза Нурмагомедов. Махди и Нурия поженились 2 года назад. Нашли друг друга через центр создания семьи. Заполнили анкету, встретились и решили продолжить жизненный путь вместе. Супруги вспоминают, самым тяжелым было сделать первый шаг. Встретил там свою будущую супругу, зашел, увидел ее, и как-то все же все было чувство от Всевышнего. Я понял, что долго не стал медлить сразу. Я понял, что это, да, как мне, который предопределено. Мы с ней, как бы, этот уже на второй день мы уже это никак сделали. Прежде всего, женщинам, я считаю, не хватает там, терпения, не хватает. Переждав где-то, промолчав, уступив. И вот терпение, и уступить, это без этого никак семья, она никак не сложится. По словам руководителя организации Резвана Резванова, были в практике центра и печальные случаи, когда создавшие брак люди расходились. Причины разные – несоответствие характеров, отсутствие должного внимания друг к другу и, как следствие, конфликтные ситуации. До вступления в брак постараться просветить себя о семейной жизни, как себя должен вести муж в семье, кто такой муж, обязанности, которые он должен соблюдать. И то же самое женщина, которая становится женой, вот это тоже целая, можно сказать, профессия, можно сказать. И чем она будет лучше вести хозяйство в доме у мужа, чем она будет лучше обходиться с мужем там, и так далее, тем более не захочет муж, например, расставаться с ней и наоборот. Прийти в центр и оставить информацию о себе для поиска спутника жизни может каждый желающий, независимо от социального статуса, возраста и места проживания. Людям помогают бесплатно. И самое главное, работники учреждения гарантируют полную конфиденциальность информации. Центр расположен на территории Джума-мечети столицы. На 4-м этаже по будням с 10 до 5 вечера. Здесь готовы принимать и постараться помочь всем тем, для кого семья – это важно и серьезно. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.